Я занимался очень важными делами. И когда стемнело, я пошел домой. Уже поздно, я пошел спать. Мойчика пай. Хочу кушать. Куда он пошел? Очка пай. Ой. Ура, еда. У меня есть план. Хе-хе-хе. Ура, утро. Где мой чокопай? Кто его съел? Это не я. Я не ел. У меня есть план. Я выведу его на чистую воду. Чувствую запах нового чокопая. Похоже, он спит. Ура. Попался. Стой, стрелять буду. Мне нужна твоя помощь. Тогда ты должен пройти испытание. Масло проснулся рано утром. И теперь хочу рыбачить. Уф. Мне нужен плотик. Готово. И вдруг начался шторм. А, шторм. Это, где это я? Масло. Вот мы и встретились. Я проснулся. Топ-топ-топ. Доброе утро, Масло. Масло, выходи. Ну все, я открываю дверцу холодильника. Где Масло? Пойду его искать. В канаве нету. Даже на горе нету. Он, наверное, там, в море. Хорошо, что у меня есть лодка. Го чаек попьем. Го. Зачем ты меня украл? Мне одному скучно. Ой, мне же Масло спасать надо. Уже уходишь? Пойдешь со мной? Ну хорошо. Каждый день я буду есть масло с хлебом и стану сильнее. За что ты так со мной? Мы же друзья. Дружба дружбой, а обед по расписанию. Я вооружен. Тебе не победить меня. Я так не думаю. Ай, ну все. Я еще вернусь. Прости меня, пш-пш. Я больше не буду есть твой чокопай. Ладно, идемте домой. Я вас довезу до дома. Спасибо. Ладно, я прощаю тебя. Это теперь общий холодильник. Что-то кушать хочется. Посмотрю, что есть в холодильнике. Эх, ничего нету. Пойду в лес искать еду. Не ищите меня, я скоро вернусь. И вдруг началась гроза. Я очень боюсь грозы. И он побежал в первую попавшуюся ему пещерку. Вау, как здесь красиво. О, какой вкусный запах. Как же я давно не видел сахар. Ну и пушистиков. Привет. Привет. Будешь сахар? Конечно. И они стали вместе ждать, пока закончится гроза. Идем искать пушистика. Смотри, тут дым, он там. Хозяин. Хочешь сахар? Конечно. Ух, у них нет домика, им негде жить. Идемте все ко мне жить. Какой чудесный день. Самое время погулять. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. О, еда.
Что? Кто ты? Ха-ха-ха. Где ух? И тут нету. Наверное, он у моря. Ты чего здесь делаешь? А ну верни моего друга. Нет. Ладно, забирай своего друга. О, что это там за вкусняшка? Пил. Ты что такое? Неважно, я все равно тебя съем. Наконец-то. Спокойно поем свой чокопай. А где капибара? Эх, ладно, потом поем. Ты еще что такое? Отдай капибару. Я голоден, и это моя еда. Эх, ладно, давай я тебе дам свой последний чокопай. Ладно. Ура! Ням-ням-ням. Очень вкусные эти ваши чокопаи. О, вспомнил. У меня еще целая коробка есть. Ура, еда, спасибо. Это был чудесный день, как вдруг. А, помогите, мама, инопланетяне. Стой, стой, что случилось? Ну, я просто гулял со своей мамочкой. И вдруг какой-то звездолет начал спускать на нас луч. Нет, сынок, я спасу тебя. Беги быстрее. О нет, что же делать? Они улетают. Нам тоже нужна ракета. Ракета готова. Я полетел. Я с тобой. Давайте купим новый холодильник Уху. Когда он вернется, его будет ждать сюрприз. Да, да, давайте, давайте, давайте. У кого сколько монеток есть? Давайте скинемся. У меня одна есть. У меня две есть. А у меня три есть. У нас тоже немного есть. Давайте его купим. Уховский холодильник Макс Про 6228 с динамической подсветкой. Амагат.